Привет, дорогие друзья и все, кто заглянул к нам на канал «Секреты от Алены». Меня зовут Алена, и сегодня я буду готовить курицу в апельсиново-медовой глазури. Для этого рецепта мне нужны будут такие продукты. Курица, здесь где-то чуть больше 2 кг. 1 головка чеснока, 1 апельсин, пол чайной ложечки карри порошка, 1 десертная ложка одижонской горчицы зерновой, 1 стручок перца чили, 4 столовые ложки меда, соль, перец, а также нужно будут масло топленое и оливковое для обжаривания курицы. А с курицы снять кожу, нарезать на небольшие вот такие вот кусочки, посолить, поперчить, хорошо перемешать. Сейчас я буду готовить апельсиново-медовую глазурь. Для этого я взяла один большой апельсин, выжала сок, а пару кружочков апельсина я оставила на украшение курочки. К 4 столовым ложкам меда я добавлю апельсиновый сок, пол чайной ложечки карри и 1 десертную ложку горчицы дижонской зерновой. А теперь все вместе хорошенько перемешиваю. Итак, глазурь у меня готова. В сковороде я нагреваю 2 столовые ложки топленого масла и 2 столовые ложки оливкового масла. Вот так. Сейчас у меня разогреется масло в сковороде, и я буду обжаривать кусочки курочки. Обжариваю на большой сковороде. Масло у меня уже нагрелось. Сейчас я буду выкладывать сюда, в сковороду, кусочки курочки. Буду обжаривать до румяности. Как я уже сказала раньше, я курочку посолила и поперчила. Я обжариваю кусочки курицы на большом огне до румяности. У меня курочка обжаривается примерно минут 30. Вот она уже начинает зарумяниваться. И теперь я добавляю к курочке стручок перца чили, а также чеснок. Вот что я с ним сделала. Я взяла головку чеснока, очистила от шелухи верхней, такой сухой, и вот так вдоль разрезала пополам. И теперь я чеснок добавляю к курочке. Вот так, как вот он есть. Перемешаю, дам еще немножечко подрумяниться, минутку-две. Чтобы и чесночок немножко тоже поджарился. Сразу такое масло стало ароматное от чеснока. Такой аромат идет. Немножечко еще обжарю и буду добавлять нашу апельсиново-медовую заливку. И теперь я вливаю в сковороду заливку, которую я подготовила заранее. И дам курочке покипеть в этой апельсиново-медовой глазури 8-10 минут. Соус должен немножечко загустеть, стать вот таким тягучим. Прошло уже 8-9 минут. Я еще минутку дам покипеть. Затем я сковороду буду снимать с огня, а курочку выкладывать в форму для запекания. Я снимаю сковороду с огня. Вот на этом этапе то, что должно получиться. Курочку со сковороды я выложила в форму для запекания и полила ее апельсиновой медовой глазурью, то есть в той глазури, в которой она, курочка, жарилась. Кружочки апельсинов, которые у меня оставались, я порезала пополам и буду вот просто так произвольно выкладывать поверх кусочков курочки. Ну вот так. Это придаст курочке нарядность, праздничность.
И теперь в таком виде курочка отправляется в печку. Ну а вы поставьте эту форму для запекания в нагретую до 180 градусов духовку и запекайте курочку минут 15-20. И теперь в таком виде курочка отправляется в печку. Вот. Вон туда. Печурку. Минут на 15-20. Да, вот еще достал лучок. Вот он спекся. Тоже обожаю лук. Вот. Пускай еще. А, ты закрывать будешь, да? Да, конечно. Сейчас мы закрываем. Прикрывать, не закрывать, а прикрыть. Ага. Вот. У меня же такое приспособление. Вот оно. Все. Прикрытое. И там будет сейчас у нас запекаться. Все. Будем ждать. Ну и так, все, достаем из духовочки эту курочку. Все. Сейчас выложим на блюдо. Итак, курочка в апельсиново-медовой глазури готова. Приятного аппетита!